Привет, друзья! Хотел бы сегодня заснять, так сказать, и на память, и показать остальным. Значит, ситуация такая. Было у меня 31 декабря 2019 года ДТП. Подлез под меня внедорожник, не пропустил меня, я его ударил, получается. Вот. И получилось так, что у меня в автобусе разбито стекло. Ну вот, насколько хорошо видно внизу, в углу. Ну что, неделю, даже больше, новогодние праздники, все-таки Рождество там, автобус стоял, потом была оценка, по-моему, 8 числа, сегодня у нас уже 11-е. Оценка была, потом его там доделывали что-то там как-то. Ну, в итоге вчера, 10 числа, я на нем только выехал первый раз, а так был на подсадках. Ну, что я хочу сказать. Трещина на стекле. Такая паутинка пошла. Сейчас я покажу, чтобы было хорошо видно. Короче, вот трещины, которые пошли. Я вчера специально отметил точки черным маркером. Вот видите, две точки. Первая — это вчера, перед работой. И вот за вчерашний день эта трещина прошла еще, ну тут, наверное, сантиметр на 3. Вот сегодня я тоже отметил точкой. Здесь тоже где-то сантиметра, наверное, 1,5-2 вчера за день увеличилась трещина. Вот здесь трещина тоже сантиметра на 2. Но самое больше всего это вот это. Вот точечка вчера здесь была. Вот видите как. Ну, порядка 30 сантиметров, наверное, где-то, 25-30. Сегодня вот тоже точку черным маркером поставил. Посмотрим, что будет сегодня после работы. ДТП я не помню, если я не выкладывал, я выложу, у меня это видео осталось. Выложу, потом ссылочку кину сюда, чтобы связать одно со вторым, чтобы было видно. Сейчас с улицы покажу, как это и что это выглядит. Ну вот так вот. Вот здесь было все битое стекло. Замазали что-то, не знаю, может какая-то мастика. Сейчас тут ничего нету. Но надеюсь, тут ничего проявляться не будет. Хотя вот видно, что разбитое. Отбитое. Здесь было счесан бок, лакокрасочное покрытие. Мы тут подкрасили, тут все аккуратно, в принципе, нормально. Но стекло, больше всего я как-то немного переживаю за это все дело. В любом случае оно пойдет и дальше трескаться, это понятно. Пойдет трескаться дальше. Не знаю, посмотрим, сколько я с ним проезжу. Посмотрим, сколько я с ним проезжу. Короче, как-то так. Не знаю, наверное, оценка была, страховая, наверное, что-то выплатила, но... Выплатить-то, наверное, выплатило, но стекло нифига не поменяли, как мы видим. Оно какое было, такое и осталось битое. Трещины ползут дальше. Сегодня еще день буду работать, посмотрим, как оно потом будет. Все, до следующего видео. Выложу, как я пообещал, потом свое ДТП. Там буквально секунд 20-25 отрезано. Я уже вырезал этот момент. Выложу ссылочку, кину сюда потом к этому видео, чтобы связать одно со вторым. Все, всем пока, счастливо.